Эй, слышишь, нормально общайся, как понять, как щенка? Ты за своими выражениями следи, понял? Если хочешь, мы с тобой сейчас отойдем и там поговорим, понял, да ты? Эх, ты что хочешь? Не подходи ко мне. Кто проигрывает, сжигает машину, свидетели есть? Есть. Отойди от меня. Я не буду отходить, вот здесь буду стоять. Я не предупреждаю. Отходи. А то что? Первая гонка, первый заезд. Как я волнуюсь. Бисмилля. Дверь, оказывается, не закрыта. Ручник тоже не снятый был, чуть так не стартанул. Все, я сделаю его уверенно. Я знаю, что Ешка быстрее. Ребята, если что-то я позволил себе лишнее по отношению к Ахмеду, вы меня извините. На Ахмеда мне это все равно. А по поводу своего поведения, согласен, чуть неправильно. Но эмоции, ребят, эмоции. И Ахмед мне, честно сказать, очень сильно раздражает. Прям очень сильно. Вам это не понять, то же самое чувство, когда ты в бой выходишь. Те же самые чувства. Ты знаешь, волнительно, очень волнительно. Сейчас говорить особо не хочется, потому что нужно сконцентрировать внимание на гонке. Так как... На кону автомобиль, я могу его лишиться. Фух. Сердце бьется. Главное не проиграть. Так важно, как сейчас, никогда для меня это не было. Фух. Надо просто вовремя стартануть и все. Потому что если у него 1000 лошадей, метанола, насколько я знаю, нет, но новые технологии, все дела. Поздно стартанул. Чуть-чуть. Сделал. Прям очень хорошо сделал. Машина сама и твоя тоже отбой даст. Ты дурак, что ли? У меня нормально едет. Дурак ты и сам. Такой, блин. Вот ты, а. Погнали, как он хочет, делай, мне все равно. Все, как ты хочешь, давай. Не, как он хочет, сделай, как он хочет. Давайте я, как я хочу, сделаю. Подожди, стой, подожди. Я не готов, подожди. Она, видите, я даже вот настроил все, чуть-чуть ждешь, она уже отменяет ее сама, если сразу не сделал. Машина ломается, ребят, ну это неправильно же. Гонка так не делается, это должно быть зафиксировано конкретное время. Давай!
типа там что-то... На заднем приводе, чтобы вы понимали, для машины ничего не нужно. Мы столкнулись с такой проблемой, как мы ни старались бы, YouTube не хочет пропускать и блокирует эту аварию и все, что было после. Поэтому мне придется закинуть продолжение в Telegram. Ссылка на Telegram, ребят, будет в описании. Переходите по ссылке и смотрите продолжение. Оно будет только в Телеграме, ребят. YouTube блокирует это видео. Надеюсь на ваше понимание, ребят. А завтра закину продолжение. Так что завтра встретимся, ребят.